Верные зрители нашей программы, я думаю, помнят этих ребят. Они первооткрыватели нового жанра в цирковом искусстве, имеющие своих многочисленных последователей как в самодеятельном, так и в профессиональном цирке. А началось все это 12 лет назад у нас, когда участники народного цирка «Орликин» из города Мурманска буквально поразили зрителей. Потом они приезжали к нам еще и еще, но уже в ранге профессиональных артистов. Итак, лауреаты премии Ленинского комсомола, обладатели приза «Серебряный клоун» Всемирного конкурса в Монте-Карло, акробатический ансамбль «Веселые скакалки» под руководством Валерия Акишина. C'est pas pour la vie.